И всем привет, с вами Филипп. И сегодня мы будем проходить вот этот паркур, типа. Короче, будем проходить все. Блин. Кстати, я один тут, да? Да, тут, правда, один я. Грустно, было бы прикольно, если бы я играл с кем-нибудь по сети. Например, позвал бы Никиту. Где-то заснул. Заворовали. Пойдемте. Мне сегодня надо пройти быстрее. Прыг-скок. 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 Я не буду это постоянно говорить. Короче, если что, я, может, намудрю и буду и с Никитой снимать. Потому что мы уже пытались сделать так, чтобы мы играли по сети, и вы его слышали, и я тоже. Но из этого ничего не получилось. Жалко. Да? А то надо будет еще попытаться другие способы. Взять и пройти, например, какую-нибудь карту, например, вот какую-нибудь там тюрьму паркура, я не знаю, с Никитой именно, может, своя рубрика с этого выйдет, как я именно с кем-то играл, давайте других людей с канала буду звать, какого-нибудь другого. Посмотрим, если я только смогу что-то доделать, намудрить. Так. Ну, про людей с другого канала я не могу ничего сказать. Никита еще попытается сделать, намудрить. Проходите, короче. Ага, давайте. Давайте дальше. Как интересно, дед сюда упал. Вот с Никитой сыграть какой-нибудь там паркурчик можно. Прикиньте, мне сейчас Никита ко мне прям заходит такой. А я видос снимаю. Напишу, когда ему в чате, чтобы он писал что-то, что он в видос попал. Нет. У нас Никита здесь. К сожалению, нет. И эти люди попали в видео. Поздравьте их. Поехали! Выл. Пойдемте. Так. Берем. Короче, хотите лайфхак? Сейчас быстро пройдем. Я с дощечкой всю игру когда пройду, окей? Пойдемте по разным местам. Прикольно, хотите? Я хочу. Как-то быстро мы что-то все проходим тут. Вам не кажется? О! Привет! Ля-л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 я. Ай! Теперь вы знаете, что так лучше не делать. А то как глупый Филипп, попадете в ловушку. А вы же не хотели быть глупым Филиппом, да? Кто хотел быть глупым Филиппом? Зара даже попробовали, наверное. О! Ну чё, побежали. Вау! Вау! Прикольно.
Давайте есть печеньки. Что это? А? Вот это да. Ой, а если еще печеньку взять? Я еще съел. Давайте я еще супер печеньку возьму. Я взял еще одну печеньку. Эксперимент, так сказать. Что будет, если взять две супер печеньки, так сказать? Почему я маленький? Не понял, почему я маленький? А, я был большим, типа. Но я был небольшим. Вот это да! Фокус-попус, роля. Фокус-фокус, тролля. Не понял, так типа можно было, что ли? Что я такой медленный? О! Я думаю, я быстро сейчас буду, как не знаю кто. А я такой медленный. Вообще. Быстро сейчас проявлю всех. На тебе уже, на. Да на тебе. Я хочу супер большим быть, а супер маленький. Ты нет. Давайте, на. Да на тебе, на. На. Да. Че не такой быстрый? Я такой большой, а? Я больше деда. Вот видите, какой маленький игрок обычно, какой я. О, давайте с дедом сфоткаемся для превьюшки, а. Давайте. Вы посмотрите, какой гигант просто, он малышня какая-то тут. Дед, привет. Давайте с дедом фоткаемся. Ну, отлично. Сфоткались с дедом. Я на дед, конечно. И мне так нравится вот это. Надо было съесть здесь две печеньки на самом деле, да? Так, тысячку бери. Надо было брать две печеньки и быть сейчас супер быстрым. Прикиньте. Дед, блин, был сын вообще. Пойдемте. Я большой такой. Гигант стал. Я гигантище. Понимаете, какой я гигант? Смотрите, какие маленькие тут все. Что-то они... Ой, я на что-нибудь. Ай! У тебя какой-то большой слишком. Какой-то большой я слишком, мне кажется. Ай, блин. Слишком большой, слишком медленный какой-то. А для обычного игрока скорость. Для гиганта это уже унизительно. Я же гигантик, да? Это, для меня это унизительно. Я гигант, но не могу добрати. Это я гигантище. Я смог это пройти, пойдемте. Я почему огромный? Такой.
Я больше дед оказался. Дед, блин, мне сначала казался огромным каким-то. Сейчас мне он кажется, ой, чуть-чуть, каким маленьким. Простите, я чихнул. Можете сказать, мне будьте здоровы. Давайте, уходим. Пойдемте еще одну печеньку быстренько заберем, а? Побежали. Пойдемте еще одну печеньку возьмем. А я почему опять такой медленный? Я маленький сейчас буду опять. Вот я маленький. Мельким я был гигантище, а теперь какой я мелкий. Был маленький, прям маленький, а стал гигантище. Это все наоборот, да? Конечно, мы уже прошли это, но пофиг. Ну давайте вот сюда. Давайте сначала сюда сходим. Вау. Побежали! Пойдемте. Хочу печеньку взять еще одну. Знаете, здесь вроде, да? Печенька-то находится. Эй, тоже хочу прыгнуть. Прыгнул. Нет. Я не хочу прыгнуть. Я хочу залезть на стенку эту. О, сейчас на кнопку еще есть. Окей. Нет, я не хотел сюда. Чтобы тебе что ли, они типа настоящие? А нет, они прозрачные. Давайте, ай, куда я перелет? Я перелет, кажется, сделал. Правда, так не кажется? Я перелетел сейчас там. Не надо. Давайте вот здесь мы и закончим. С вами был Филипп. Всем. Давайте эмоцию какую-нибудь. Когда всем. Пока-пока!